Дорогие зрители, я снова приветствую вас на своем канале Harmony in Austria. И сегодня я вам расскажу, что вы можете купить в лесу. Вот вы собрались на прогулку в лес, захватите с собой немного евро и посмотрим, что мы сможем купить в лесу. Значит, вот впереди дорога в лес, здесь есть речка, и вот свободно пасутся кони. Посмотрите, какая красота. Ну что ж, а мы пойдем дальше по дороге в лес и посмотрим, что же мы там сможем купить. Вот сюда мы пойдем. Блунтауталь находится недалеко от Голинга. Посмотрим, что мы здесь можем сделать. Мы сможем погулять здесь с собакой, но только на поводке. Мы не сможем здесь переночевать в палатке. Также мы не должны здесь мусорить, делать гриль, разводить костры и плавать по озерам. Так, а последний знак, я думаю, что нам нельзя заезжать на автомобиле на зеленую зону. Если вы идете с собакой, то держите ее на поводке. А пойдем мы по вот этой частной улице. Вот она. Итак, посмотрим, что же мы увидим дальше. Вот мы сейчас уже почти в лесу. Эта река впадает в реку Сальцах. Мои палки, я сегодня тренируюсь вместе с вами. Так, так, что-то там люди чем-то интересовались. Пойдемте, мы посмотрим, что там интересного. А вот и первый мини-магазин. Посмотрим, что же мы здесь можем купить. Это Honig Automat. Значит, тут мы можем купить вот такой мед. Так, нас просят открыть дверцу. И что же мы там увидим? Большую баночку за 11 евро. И маленькую баночку за 6 евро. И вот сюда мы можем положить денежку. Посмотрим, что тут есть. Ага, смотрите-ка, какой вкусный мед. Большая баночка и маленькие. Ну что, купим одну баночку. Так, 5 евро. Кладем. Так. И еще копеечки. Ну что, вот этот мед мне нравится. Пожалуй, я его возьму. Теперь мой.